в гостях Ражим Ильич Фадеев, директор департамента гражданской защиты населения областной администрации. Что касается департамента мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами, мы обязательно встретимся, но на следующей неделе. Дело в том, что там сейчас идет работа, которой нельзя говорить очень много, как нам сказали. Но после 18 числа уже будут подведены итоги, и на следующей неделе нам обо всем расскажут и устроим вот такую тоже встречу с журналистами. Еще небольшое объявление. 19 июня в 11 встречи с департаментом государственной архитектурно-строительной инспекции Харьковской областной администрации. Тоже готовьте вопросы, приходите. Владимир Ильич, рада вас приветствовать у нас в гостях. Спасибо большое, что уделили время. Вопросов много. Я сначала предложу вам сказать, ну, так сказать, то, что вы сделали, да, на этот момент. Опыт у вас огромный, так что вам слово. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые друзья. Ну, меня уже представили, Фадеев Владимир Ильич, директор департамента цивильного защиты Харьковской областной администрации. Ну, в двух словах, чтобы ближе познакомиться с вами. Ну, именно в этой аудитории я впервые, а непосредственно со средствами массовой информации встречался просто в других местах, особенно там, в администрации. То, что микрофон руками трогать нельзя, я понял, трогать не буду. Значит, в двух словах, человек я уже по хилого веку, ну, 64 года, это серьезный возраст. Из этого времени, как говорится, я уже 40 лет как служу, ну, служил в вооруженных силах, 40 лет офицером, из них 22 года полковником. Значит, с Украиной я связан чисто через семью, потому что сам я из России, несмотря на все те моменты, которые сейчас происходят. Зовут меня Владимир Ильич по той причине, что я родом из Ульяновска. Это город такой Симбирск, 1648 года рождения. Город такой, где родился тот Ленин, о котором сейчас, ну, вы видите на экранах, что происходит во всех городах. Но, тем не менее, за всю свою службу и работу, начинал я службу в армии еще в Суворовском училище, в детские годы, и прошел, как говорится, все ступени от командира взвода до командира соединения. Но сложилась так судьба, что мне пришлось работать именно, вы знаете, что цивильный защит, который я сейчас представляю, он является правопреемником гражданской обороны. И гражданская оборона, она состояла из всего, что связано непосредственно с населением и непосредственно с частями гражданской обороны. Вот мне пришлось служить в частях гражданской обороны, поэтому я как бы дошел вот до тех моментов, которые связаны уже с населением. В свое время мне довелось служить в Туркмении, где мне довелось побыть начальником штаба гражданской обороны города Ашхабада. А когда распался Советский Союз, там я его застал, этот распад, мне довелось поработать помощником президента Туркменистана по гражданской обороне. Вот это мне дало много интересного в работе, и я этой работой увлекся. И когда я с Туркмении попал сюда, несмотря на те трудности, существовании, я не боюсь этого слова, существовании по сравнению с Туркменией, как говорится, тут совершенно другие моменты, и я так и пошел по этому профилю. И на сегодняшний день я уже 22 года работаю в нашем управлении по цивильному защиту. Вы представляете, что гражданская защита – это функция, ну, если мы берем чисто в масштабе Харьковской области, это функция области, то есть облгосадминистрации, так как губернатор, вы его прекрасно знаете, он является начальником цивильного защиты Харьковской области. И, соответственно, исходя из этих моментов, все, а что такое цивильный защит? Это вопросы, связанные с защитой населения, с защитой территорий, окружающей природной среды и имущества от чрезвычайных ситуаций. Именно вот этими вопросами занимается, но не в том плане, что вот департамент занимается непосредственно физически, как говорится, устранением каких-то чрезвычайных ситуаций, но он именно эти вопросы координирует. И поэтому появился с 1 июля 2013 года был принят вот такой кодекс цивильного защиты. Ну, я взял просто на российской мове, он на украинской мове. Значит, в этом кодексе расписано все, чем должен заниматься цивильный защит.
по-простому говоря. Но, исходя из того, что кодекс появился, все рассказывает, но для того, чтобы он окончательно выполнил каждую деталь, как говорится, каждой своей статьи, нужно ряд законодательных документов прежних отменить и, соответственно, принять новые. Но на сегодняшний день вы, как представители средств массовой информации, прекрасно видите, что пока набирали обороты, одно правительство уходило, другое приходило, и, как правило, вот по какой-то причине министерство по чрезвычайным ситуациям возглавляли те люди, которые просто ждали, что ему дадут какой-то министерский портфель. Вот это, конечно, ну, было плохое влияние на это министерство. И с приходом был такой министр, если вы помните, Рева, генерал-полковник, он, соответственно, ну, я не побоюсь этого слова, сделал все. Ведь когда готовили вопрос перевода пожарных из Министерства внутренних дел в Министерство по чрезвычайным ситуациям, рассматривали вопрос, что это будет как департамент, который будет заниматься вопросами пожаротушения. Но ввиду того, что Рева сам пожарный, получилось так, что пожарные как бы завладели этим министерством, и все руководящие посты заняли пожарные, и когда мы говорим о той или иной проблеме, а вы вот сейчас, допустим, видели в Василькова тушение пожара и так далее, у них вся техника связана чисто с пожарными машинами. На сегодняшний день мне, допустим, как представителю, мне довелось служить под знаменами Шойгу, когда он был министром по чрезвычайным ситуациям, мне довелось служить в Туркменистане по вопросам чрезвычайных ситуаций. Это складывается не только из пожарных машин, это большое количество, все, это понятно, что все зависит от средств, что все должно быть специальное, допустим, чтобы взять вопрос, связанный, допустим, в Туркмении, большое количество землетрясений. И когда люди находятся где-то под завалами, привалены бетонными плитами и так далее, нужны такие, как говорится, не только пожарные машины, нужны специальные, как говорится, подъемники, специальные моменты, которые могут поднять эту бетонную плиту и извлечь оттуда пострадавшего человека. И на сегодняшний день уже эти вопросы поняли и у нас, сейчас стараются, вы, наверное, обратили внимание, даже когда на дорожно-транспортные происшествия выезжают представители значит, ДСНС, на сегодняшний день у нас уже нет Министерства по чрезвычайным ситуациям, есть Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, то они уже используют определенные, значит, специальные средства, которые помогают извлечь, допустим, пострадавшего из машины, у которой не открываются двери, не разбиваются стекла, нужно вырезать и так далее. Вот эти все моменты приводят к тому, и вот сейчас опять поднялся вопрос, вчера было заседание Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством премьер-министра, где, соответственно, остановились на том, что у нас есть проблемы определенные с пожарной техникой. Вы знаете, что много, ну, в смысле, как 4 машины пострадало непосредственно при тушении вот этого сильнейшего пожара. Очень подводит боевая, будем говорить, одежда пожарных, которая, ну, уже на сегодняшний день устарела. То есть проблем много, нужны большие средства. Вот исходя из этих всех моментов, вот эти вопросы, которые связаны вот с этим вот кодексом, здесь кодекс все расписал, что как должно быть, но оно должно быть подкреплено законодательной базой. Но вы видите, как часто меняются руководители ДСНС. Я не буду останавливаться, кому наручники одевали, кому как и что, есть в этом, как говорится, прямая связь с этим или нет. Но, исходя из этого, вот, допустим, постанову Кабинета министра по вопросу, значит, непосредственно материального резерва мы уже согласовывали 6 раз. Но уже пора выйти этому постановлению, чтобы мы видели, как мы должны составлять материальный резерв и кто должен выделять на это средства. Или возьмем, допустим, службы цивильного захисту. Это очень серьезный вопрос. Они ведь, понимаете, они не просто самостоятельные структуры, они создаются на базе определенных предприятий, определенных, значит, департаментов или управлений обладминистрации. И для того, чтобы их создать, нужна конкретно установка, ну, именно в масштабе государства. На сегодняшний день у нас есть эти службы в Харьковской области, но они созданы еще по тем, по старым нормативам, которые есть. И если так брать, иногда смотришь, вроде бы они не соответствуют сегодняшней законодательной базе. Поэтому
Эти все вопросы очень серьезно сейчас рассматриваются. Вот видите, сейчас появилось опять новое руководство ДСНС, и я думаю, что эти вопросы будут решены. С учетом того, что мало выделяется средств, вы знаете, что на сегодняшний день, допустим, по Харьковской области большое количество пожаров. Вы знаете, уже, как говорится, более 70 лет прошло после завершения Второй мировой войны. Но Харьковская область, особенно весной, у нас как грибы растут боеприпасы из-под земли. Их нужно разминировать, чтобы люди не пострадали от этого. И поэтому тех средств на выделение того же горючего, горюче-смазочных материалов, просто-напросто не хватает. Я имею в виду на выезды, на пожары, на выезды, на разминирование. И поэтому область, конечно, старается помочь представителям ДСНС в этом вопросе. Но на сегодняшний день, вот последние проведения мероприятий, на которых участвует, значит, Яценюк является начальником цивильного защиты всего государства. Но он еще сейчас принял решение, что он является председателем КТЭП. Что такое комиссия по чрезвычайным ситуациям? Она есть на уровне государства, такая комиссия есть на уровне области. То есть она координирует все действия по решению вопроса тех чрезвычайных ситуаций, которые происходят в том или ином месте. Вот такая комиссия есть у нас, ее возглавляет, ну, как правило, всегда возглавляет согласно действующего пока положения. Хотя сейчас разработан новый проект, мы его ожидаем, который будет утвержден постановой Кабинета министров. В вопросе, кто возглавляет эту комиссию? Как правило, возглавлял первый заместитель главы администрации. На сегодняшний день рассматривается вопрос, раз в масштабе государства премьер, значит, в масштабе области должен быть губернатор. Но как этот вопрос решится, пока еще точно неизвестно, но тем не менее губернатор является начальником цивильного защиты области, и он же будет председателем КТЭП. Ну, жизнь покажет. Требования, как говорится, поставлены. Вот у нас сейчас ситуация, которая далека от мирной. И город, и область, это, собственно, прифронтовая зона. Да. Насколько мирное население защищено в ситуации, той самой чрезвычайной ситуации? Я вас понял. Значит, смотрите, на сегодняшний день цивильный захист занимается вопросами, ну, хотя вот с тех времен, когда я говорил по вопросу товарища Ревы, который возглавил министерство, у нас было право не только вести учет защитных сооружений, но и право проверки их, чтобы они были в постоянной боевой готовности. В этом году, когда пришел Рев, у нас все эти права отобрали, передали, ну, тогда министерство, на сегодняшний день ДСНС, то есть мы ведем учет. Но вместе с тем, вот за те 22 года, что я работаю, я считал и считаю, так как я еще начал работать в этой системе при Советском Союзе, что все защитные сооружения, которые вы называете бомбоубежищами, что у нас сейчас два вида есть. Защитные сооружения, которые находятся на предприятиях и рассчитаны для работающей смены предприятия на всякий случай чрезвычайных ситуаций. И те защитные сооружения, которые для, будем говорить, простого населения, которые находятся, ну, как говорится, в домашних условиях. Прошу прощения, не должен руками трогать. Значит, чтобы вы этот момент поняли. Смотрите, все те люди, которые, будем говорить, пенсионеры, дома, школьники и так далее, они должны укрываться на всякие вот непредвиденную ситуацию. Поэтому для этих целей у нас полностью по Харьковской области были специальные склады гражданской обороны, на которых находились защитные средства химического вопроса и находились защитные сооружения. То есть это могло быть там в подвалах домов. При Советском Союзе на учете стояли даже в сельской местности погреба, в которых люди могут укрыться, если, как говорится, не дай бог, что произойдет. Потом требования немножко изменились, и учитывались два вида защитных сооружений, которые находятся на предприятиях. Это защитные сооружения, в которых есть все моменты, связанные с тем, что если нам полностью закрыть эти защитные сооружения с помощью металлических дверей, чтобы туда не проникла радиация, то, соответственно, там должно быть поступление воздуха, там должна быть вода. Значит, на предприятиях там расчеты идут и с вопросом питания на первые три дня. На данный момент эти сооружения есть или это все было?
Я сейчас дойду до этого момента. Что касается ПРУ, это более, значит, защитные сооружения более легкого вида, но они тоже закрываются от средств химического нападения, и там находится вода и вопросы, связанные с дыханием. То есть это вопросы вентиляции. За многие годы, ну, за те 20 с лишним лет, которые мы существуем, особенно защитные сооружения, которые на предприятиях, вы многие бывали на этих предприятиях и видели эти защитные сооружения, многие показывались на экранах, то вы видите, что они до сегодняшнего дня остались в том состоянии, как они и были. Единственное, что вопросы, связанные с вентиляцией, у них есть определенные фильтры, которые имеют, допустим, срок годности, там, 10 лет. Ведь чем было раньше хорошо? Хотел бы я этого или не хотел, прошло 10 лет, приходят, как говорится, новые фильтры, хотели бы мы этого или не хотели, мы эти фильтры ставим, а старые выбрасываем. На сегодняшний день вот этой замены просто нет. Поэтому, хотя у нас есть химическая лаборатория на территории Харьковской области, которая может продлить срок действия противогазов, вот этих фильтров, но все упирается в средства. Даже вопрос проверки, он тоже должен как-то оплачиваться, потому что те люди, которые будут проверять, они должны оплатить. Но я хочу сказать, что на сегодняшний день, после того, как нам поставили задачу, что несмотря на то, что раньше на это не обращалось внимания, а сейчас нужно разобраться с этими защитными сооружениями, ведь есть такой момент, вот возьмем сейчас боевую обстановку военную. Нужно людей укрыть на момент там налетов, обстрелов. Поэтому стали проверять все те запущенные защитные сооружения, чтобы их перевести в разряд простейших. Простейшие укрытия, они не подлежат учету, но у нас на территории Харьковской области, всей области, до 60 тысяч, это я имею в виду, и простейших. То есть, возьмем к примеру, обращается гражданин и говорит, вот я живу в этом доме 30 лет, и у нас там был подвал, в котором, значит, было все. И, значит, вода там заложена в этом, и все это было в состоянии готовности, и там, значит, средства вентиляции. На сегодняшний день все это разрушено, там мусор только, но само помещение... Укрыться можно, поэтому с помощью, сейчас, как говорится, вопросы, все у нас ложится на волонтеров. Ну, то есть с теми людьми, которые готовы оказать помощь, все это очищается, приведено в порядок, и вот это простейшее укрытие может непосредственно повлиять на то, чтобы укрыть людей. У нас есть. Да, пожалуйста. Дмитрий Овсянкин, журнал «Анальтипи». Владимир Ильич, ну вот вы говорили об объектах укрытия. Но ваш опыт работы в Средней Азии, я так понимаю, показывает, что есть еще одна проблема. Проблема эвакуации. Мы с ней столкнулись. Угу. Эвакуации как через Харьковскую область, не дай бог, так и жителей Харьковской области. Вот насколько, на ваш взгляд, профессионала, который сталкивался с этими проблемами, насколько мы готовы? Ведь год уже мы находимся в такой ситуации, когда через нас едут эвакуируемые люди, и не дай бог что. Вот готовы ли мы на сегодня принять, уже известно, есть ли вот эти склады, которые были с палатками, кроватями, или все уже разошлось в непонятное направление? Значит, я вас понял, вопрос, спасибо, я понял. Это что же ваша епархия, собственно говоря? И потом будет еще один вопрос. Я понял. Значит, я вам в этом вопросе скажу так, что на сегодняшний день, вот по вопросу сразу тех запасов, мне довелось уже, будучи после распада Советского Союза, побывать на встрече, на международной встрече государств именно по вопросам гражданской обороны. Я скажу, как на тот момент называлось. И вы знаете, два дня нам все это рассказывали, показывали, и мне, как представителю в прошлом Советского Союза, было приятно слышать, что вся эта система, которая была создана в Советском Союзе, вот этими всеми представителями государств признана лучшей. Соответственно, мы с вами какую-то частичку этого получили. Ну, может быть, не такую, как, допустим, в Российской Федерации, начиная от Москвы, все это, как говорится, пошло куда, что и как, но, тем не менее, если, допустим,
Я вот по своей памяти помню, что, допустим, в Японии, да, очень мощная страна и прочее, произошло землетрясение. Но были определенные проблемы, как людей обогреть, как людей накормить. А оказывается, очень просто. Самолет МЧС Российской Федерации загрузил со своих складов одеяло, ну вот то, что лежало, не в смысле специально, и приземлились в Японии и обеспечили этих людей. То есть, случись, что у нас вот эти запасы везде лежат. Да, да. И вот я что скажу сразу по Харьковской области. Когда я сюда приехал, я 8 лет работал начальником инспекции техногенной безопасности. И когда я пошел по районам Харькова, смотрю, что после распада, пользуясь тем, ну, что, как говорится, знаете, что было раньше, это одно. И там начали походные кухни, там одеяло, кто-то продает, кто-то отдает, никто не обращает внимания. Но когда я поехал в сельские районы Харьковской области, я что обратил? Приезжаю, допустим, в Сахновщину и говорю, вот вам час, обеспечьте мне вот на этой поляне, ну, не дай бог, у вас там что-то произошло, вот сюда прибыли 40... Да, да, чтобы вы их могли накормить, обогреть. И вы представляете, ну я был удивлен, выкатили походные кухни, разложили, значит, посуду, продукты, все это. Я думаю, так а что говорят, что у нас все так плохо? Оказывается, у нас все есть. Просто нужно хозяин, чтобы был на месте, чтобы он не дал возможность это все куда-то там пустить, куда-то деть, там распродать и так далее. Но, учитывая тот момент, как вы говорите, вопрос эвакуации. Вопрос эвакуации у нас не снимался, но... Вопрос эвакуации стоял у нас раньше как? Мы же не ожидали, что там Донбасс, 5-10, начнется вдруг война. Вопрос у нас для Харьковской области. Вот у нас Харьковская область, берем расчет. Вот у нас есть опасный объект в Кочетке, вот у нас есть объект здесь. И не дай бог случится, мы этих людей должны отселить. Вот у нас есть расчет, куда мы этих людей отселяем. Внутри области. Внутри области. То есть у нас пошли по порядку расчеты на транспорт, на питание, на все вопросы, ну, примерно, возьмем, допустим, как Чернобыль был, да, но там немножко было по-другому, автобусы пришли, грузили, увозили. Я в это время служил в Челябинской области, может быть, многие слышали, Челябинск-40 такой. Ночью нас подняли по тревоге, говорят, вам сутки отправить эшелон техники в Чернобыль. У нас полгражданской обороны, у нас есть, значит, трактора, у нас есть пожарные машины. Мы загрузили эшелон и отправили. Прошло 2 суток, меня вызывают на железную дорогу, говорят, ваш эшелон вернулся. Думаю, вот тебе на, мы так старались. ДЭТ-250 – это сильнейший бульдозер, который не во всех полках был в Советском Союзе, и вдруг все возвращают. И вы не догадаетесь, почему вернули все назад. Наш состав фанил больше, чем фанили те, которые выходили из Чернобыльской зоны. Я не знаю, кто там нашелся такой умный, что когда ведь проверяли тех, кто оттуда выходил, а наш состав заходил туда, но его проверили. Случай у вас был интересный, потому и проверили. Может быть. Владимир, вопрос вот буквально вчера, позавчера встала проблема возможных наводнений. Грозовой фронт. Это вы берете по Грузии. В том числе и по Харьковской. В том числе, да. Мы готовы. Значит, если... я в этом вопросе скажу так, что все те запасы, которые у нас находятся, они... Ну, перебрасывать, конечно, придется, допустим, с Богодухова, может быть, придется перебросить там Сахновщину. Но на сегодняшний день, за 20 лет работы в этом, я вижу, что селяне молодцы. Они все это сохраняют, никому не отдают. И мы в любое время, единственный вот этот вопрос эвакуации мест, но оно, я говорю, немножко связано с другим. Все мы просто успеть не могли вот именно переместить так, как надо. И в чем еще проблема? Вот вы знаете, я не зря сказал, даже те же продукты, которые у нас заложены, они должны в определенное время меняться. Это, будем говорить, по армии это неприкосновенный запас, у нас это вопросы, связанные с чрезвычайными ситуациями. И вы видите, вот на сегодняшний день, лет 8 назад, у нас вышли полностью все средства химической защиты по своим срокам.
к нам пришли бумаги с Киева, разбронировать все, отдать. То есть я понимаю, как специалист, то есть у нас забирают и нам дают новое. Забрать у нас забрали, а нового не дали. Поэтому вот этого я боюсь. Сколько их в Харьковской области, вот этих обычных, самых простых и усиленных, которые могут расти, в том числе и от радиации, чтобы было усиленно? Значит, я вам скажу так, что у нас на сегодняшний день, с учетом уже списанных, с учетом инвентаризации, потому что раньше у нас они были все без инвентаризации, я имею в виду инвентаризация, это БТИ, вы знаете, что такое, то есть дается на каждый объект паспорт, который определяет, что это. У нас их 1044 в масштабе всей Харьковской области. Из этих 1044, я, с вашего позволения, обращусь к справочке, значит, у нас часть находится на предприятиях, но этот непосредственно для работников предприятия. А вот все остальное идет уже для, ну, будем говорить просто, для обыкновенных жителей. Но вы заметьте, что когда строилось метро, допустим, вы все пользуетесь метро, если вы заходите в метро, и буквально первые 5-7 метров, и вы пересекаете такую металлическую полосу, которую под каблуками сильно шумит. Вот эта штука автоматически убирается, и из стены выходит стена. И она закрывает людей, спасает не только от, как говорится, бомбежки, но и скрывает от ядерного нападения. Хотя на сегодняшний день... Ну, будем говорить, мы надеемся на то, что ядерного нападения не будет. Но, тем не менее, на сегодняшний день, с учетом того, что уже списано, что убрано, мы имеем большое количество различных переходов, мы имеем большое, уже у нас количество станций метрополитена увеличилось. У нас много моментов, где мы можем укрыть людей, не дай бог, от какого-либо боевого налета. Ну, давайте. Значит, с учетом простейших, вот особенно сейчас мы отчитывались в Киеве по вопросу, город Харьков проделал громаднейшую работу. Ну, количество, я вам скажу так, допустим, по метрополитенам, по всем станциям, это 250 тысяч жителей, 250. И пошли, как говорится, пошли дальше. Значит, мы можем использовать подземные парковки автомобилей, мы можем использовать подземные переходы, мы можем использовать вот те подвалы, которые сейчас вычистили в домах. То есть практически мы можем укрыть сейчас полностью жителей города Харькова. А все ли эти сооружения предназначены именно от нападения бомбежки? Вот именно от бомбежки, я имею в виду. Спасибо. Пожалуйста, добрый. Я вас понял. Значит, система оповещения у нас еще 50-х годов, но тем не менее она, я вам скажу, в боевых ситуациях намного более такая крепкая по сравнению с мобильными телефонами. Значит, вопрос рассматривается, замена ее на новую. Но я, например, я 3,5 года работал начальником пункта управления в Харьковской области. Это там, где вся система оповещения. У нас система оповещения запускается с города Харькова. И не дай бог, если начнется особый период, второй пункт управления находится в Новой Водолаге. То есть и оттуда мы можем запустить. Значит, эта система оповещения, она работает так. Мы ежедневно проводим в 10 утра техническую проверку. Все районы получают сигнал. Значит, сигнал идет как? Он идет через районные отделы внутренних дел. Значит, мы можем запустить через обыкновенное радио, знаете, да? И через телевизор, но через... Проводное радио. О чем вы говорите, его нет. Я не знаю, кто его... У нас 160 тысяч точек, и мы их проверяем, особенно в сельской местности. Сельская местность, она не может отказаться от этих всех
услуг, и это много проблем с этим вопросом связаны. Что я хочу сказать? Сейчас планируют эту систему заменить, но это больших денег требует, но она у нас работает, и мы ее запускаем. Что касается, как вы сказали, на какое внимание обращать, на какое нет. Значит, у нас по всей Харьковской области 168, ну, как вам сказать, обыкновенная система сирен. Их у нас, если брать по Харькову, чуть более так, Северный Салтов, и то в последнее время уже слышно, и там мы восстановили за последние полгода 24 сирены. Ну, знаете, все выходит из строя, средств не дают, но нашлись вот два человека, которые, может быть, не столько требуют оплаты своей работы, но которые, вот, знаете, горят желанием сделать. И на сегодняшний день практически сирены у нас восстанавливаются. Значит, эти сирены еще у нас стоят со времен Советского Союза. Они рассчитаны были на одно мероприятие, как говорится. Сейчас мы их используем для оповещения. Эта сирена, когда звучит, это обращает внимание всех. То есть оно просит включить или радио, или телевизор. По телевизору у нас нет такого, чтобы там, ну, бежала какая-то строчка или что. На ней просто, как говорится, появляется текст, на котором написано «Просьба всем там спуститься, в, ну, я к примеру говорю, там, в подвалы и так далее». То есть вот эти вопросы, вот это все идет от системы оповещения. То есть тот человек, который ее включает, ну, он просто называется оперативный дежурный, он по микрофону, по радио может всем дать речевое объявление, по телевизору дает письменное сообщение, а сирена привлекает всех к тем. Значит, мы проводим с включением сирены раз в квартал. Этот график у нас есть на весь год, он утвержден губернатором. Значит, за неделю до того, как у нас эта проверка, мы через все средства массовой информации, вы, наверное, с этим сталкиваемся, даем сообщение, что такого-то числа будет проверка. И, значит, особенно по телевизору и по радио, говорят, что проводится техническая проверка системы оповещения, значит, просим соблюдать спокойствие и продолжать свои работы. То есть, особенно прошу обращать внимание на систему именно вот сирен. А она уже, вы знаете, у нас периодически проводятся специальные учения по районам области, ну, чтобы люди, ну, знали, как себя вести, особенно в тех районах, где у нас находятся склады боеприпасов, которые представляют очень большую опасность, где у нас есть различные склады аммиака. То есть там периодически, минимум раз в год проводится проверка, вернее, не проверка, а именно, ну, будем говорить, настоящее учение, на котором люди обучаются через руководителей района, как вести себя в случае вот такой ситуации. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Из вот этого количества, что вы сказали, 1044 бомбоубежища. Так, так, так. Я, да. Не, ну почему показать? Вентиляция, вода, канализация, ну минимум какой-то, потому что действительно люди, мы делали опрос, люди не знают, куда это. Значит, смотрите, на сегодняшний день, вот я, например, сам лично писал 4 раза уже бумаги в Киев, чтобы мы сняли вопросы, ну будем говорить, секретности, по-простому говоря, вот с этих объектов. Вот, допустим, по городу Харькову у нас по всем объектам готовы таблички, на которых написано, вот, допустим, оно приклеено, и на ней написано, что там в случае необходимости вправо стрелка бежать там туда-то. Мы ждем этой команды, чтобы нам разрешили это указать. Это до сих пор секретная точка? Или вы можете эту информацию обнаружить? Вы понимаете, в чем дело? Значит, вот я почему сказал насчет инвентаризации. Инвентаризация – это на каждый объект, который является защитным сооружением, должен получить технический паспорт, так же, как любое здание и так далее. Раньше это все было, ну, специальные свои такие карточки учета этих объектов. Особенно пункты управления. Ну, пункт управления – это тоже защитное сооружение, только в котором еще есть элементы. Вот, допустим, есть пункт управления, откуда запускается система оповещения. Есть пункт управления, на котором там сидит какой-то руководитель предприятия и руководит уже в особый период.
Они имеют свой статус. Защитные сооружения – свой статус. И вот ввиду того, что у нас то случается Василькова, то случается еще что-то, и никак не могут окончательно разобраться. Ну, дайте нам свободу деятельности. И так все знают, что… Владимир Ильич, когда будет дана команда развесить на домах вот эти стрелки указания? Мы доживем до этого? Я думаю, что доживем. Ну, я, может быть, не доживу, потому что я уже по возрасту ухожу с этой работы. Мне жалко уходить, я живу этой работой. Вот я не так давно встречался с представителями общественности, они мне задают вопрос. Владимир Ильич, как вы довели до такого состояния защитные сооружения? Я говорю, вы знаете, вот те годы, что я работал, я ходил за всеми начальниками, доказывал, будет война, не будет война, они нужны, эти защитные. Мы верим вам. Так, я понял. Значит, смотрите. Ну, я вот 2 секунды, чтобы из 1044 у нас 389 являются как защитные сооружения предприятий, на которых сами предприятия все это и воду, и, значит, как говорится, обеды, образно говоря, и как у, непосредственно 655 как противорадиационные укрытия. Вот за эти укрытия, которые, для, будем говорить, для мирного населения, именно сказать за воду, за продукты, этот вопрос ну, просто отсутствует. Ну, маленькое да. уточнение. Вот вы говорите, что таблички непонятно где, но у нас же информация о том, что будет и уже составляется карта мест. Есть она, карта у нас. Где, что, как, если не секретно? Значит, смотрите. Смотрите, если вы по телевизору видели выступление Яценюка в одно прекрасное время, где он говорил, вот я приехал, пришел, спросил, никто не знает куда. После этого выступления наше областное управление ДСНС, которое сейчас буквально только вот 3-4 дня возглавляет новый начальник Волобуев, хотя он был первым заместителем, он у нас, как говорится, старый представитель, значит, они полностью создали карту. Вот вы можете сегодня для интереса выйти, позвонить, значит, на 112 или на 101 и спросить, вот я живу там-то, куда мне бежать? Тот человек, которому задали вопрос эту карту, высветит себя и говорит вам, вот в такой-то дом, вот в такой-то подвал. Есть этот вопрос. А просто граждане не могут зайти и посмотреть? Нет, любые граждане могут позвонить. И... Нет, позвонить, а в общем доступе зайти и посмотреть? Сейчас, на сегодняшний день, стараются сделать все, чтобы доступ был везде. Но сначала надо их, вот самое главное, уже много сделано, в простейшие их перевели, что вычистили потому все. Что, вы говорите, позвонить сколько? 3 дня не работало, 112, 0, или 102? 102 – это не наш номер. У нас 101 и 112. Вот просто пример. 102 – это милиция. Да, да, да. Есть еще вопросы? Есть еще? Да, пожалуйста. Владимир Ильич, скажите, пожалуйста, вот вернемся снова к Бережному. Сколько находится на территории города, а сколько находится в области? Почему спрашиваю? Значит, насколько известно мне, представители городских властей, на балансе города не имеется ни одного Я понял, замуж. Значит, я вам скажу так. Ну, во-первых, на балансе города они быть и не могут. Каждое защитное сооружение находится на балансе того, ну, будем говорить, завода или там предприятия, которое имеет это защитное сооружение. Те, которые в черте, они находятся на балансе непосредственно дома управления. Там, да. Потому что, вы знаете, вот когда вся эта проблема началась, значит, меня вызвали в облсовет и говорят, мы сейчас вам на первый момент, вот на этой сессии выделим 500 тысяч на ремонт защитных сооружений. Я говорю, ради бога, не выделяйте, деньги пропадут. Ну, в смысле, никуда не пойдут. Как, говорит, не пойдут? Я говорю, ну, потому что, во-первых, смотрите, деньги коммунальные. Непосредственно у меня на балансе одно защитное сооружение, то оно государственной собственности. Я не могу коммунальные деньги использовать. А остальные деньги... Они должны быть на балансе утримующего тот, кто... Это тяжелый вопрос. И, допустим, если это защитное сооружение завода Малышева, деньги на это защитное сооружение должно дать министерство, к которому относится завод Малышева. Ну, по-другому невозможно. Спасибо большое. Есть еще
Ну, по цифрам я вам сейчас не могу точно сказать, по какой причине. Допустим, вот из этой цифры, которую я сказал, 389, какая-то часть на предприятиях города Харьков. Допустим, по районам Харьковской области, практически у Укртелекомах в районах, во всех есть защитные сооружения. А давайте в процентах. Вот из 1400, это да. 50 на 50 или 30 на 70, по области. Ну, по области и по городу, тут же еще, смотрите, вот я назвал 389 убежищ, из них полностью 83 убежища готовы в полном объеме. Это я веду к тому, что это. У нас есть еще ограниченно готовые, то есть они практически, у кого-то там воды нет, у кого-то вентиль, да. Но 195, их сейчас подготовили как простейшие, а они именно как защитные сооружения не отвечают требованиям из-за того, того, того и... Значит, с водоемами какая проблема? В масштабе всей Харьковской области, значит, у нас требование какое, чтобы в каждом районе города Харькова, в каждом районе области было оборудовано место для купания. Заявлено у нас на 80 пляжей. Это солидная, да, цифра? В области, во всей области. Но на сегодняшний день получается, что, допустим, там около 20 штук в каких-то детских лагерях. То есть получается всего 43 пляжа заявлено, допустим, на каждый районный центр один пляж, на каждый район города Харькова. В городе Харькове у них есть спасательная станция лодочная на каждое место, где организовано купание. И вот на сегодняшний день из 43, которые заявили, их за язык, как говорится, не тянули. Но для того, чтобы пляж получил паспорт, именно разрешение на купание, там нужно обследовать водолазом дно. Сколько их есть паспорта? 27. 27 из всех. Вы знаете, ну у нас такие все моменты, что тут можно говорить и 2, и 3 часа. А что у нас происходит на нашем главном оборонном сооружении по имени Стена, скажем так? Не понял. Стена. Ограждение наших российских. Это ваша база? Нет. Это не ваша? Не ваша. Вы знаете, я всегда боюсь этого вопроса. Ну, Стена, понимаете, в чем дело? Когда я посмотрел, я сам танкист, как офицер, глядя на такие стены и... Спасибо.